воспользовалась тем, что сын уехал на каникулы к бабушке. И видео сегодня будет о детских развивающих игрушках от года до трех. Это игрушки-сортировщики. Первый вот такой бегемот, который у нас уже очень давно. Что такое сортировщик? Это игрушка, в котором есть вот такие фигурки разнообразных форм, и которые нужно правильно вставлять в определенные дырочки. А здесь 5 разных предметов, разных цветов. Значит, какой минус? То, что здесь предметы не совпадают по цвету с окошком. То есть ребенок путается. Треугольник должен быть зеленый, он здесь синий. Вставляется достаточно легко. Еще его можно так покрутить. Вот. Для того, чтобы вынуть предмет, надо нажать бегемотику на ручку и забрать у него предмет. И также можно легко засунуть. Еще он катается. Вот. Не знаю, чье это производство, никаких опознавательных знаков не осталось. Следующая вот такая улитка. Это сортировщик Fisher-Price. Здесь 3 вида разных фигурок. Значит, много цветов. Я не помню, сколько здесь штук. Должно быть, наверное, 11, но мы, по-моему, тоже уже потеряли. Здесь фигурки не особо похожи на треугольники и, собственно, на цветочки, которые нужно вставлять. Но это сделано для того, чтобы друг на друга их одевать и, значит, строить. Что мне здесь нравится? Во-первых, то, что защелкивается вот она хорошо, да? И ребенок вынужден засовывать в эти отделения, да? Без возможности просто открыть и туда бросить. Еще здесь была музыка. То есть нажимала кнопочка, но у нас тут все уже поломалось. Вот. Музыка приятная, прикольная. Вот. Еще эта игрушка вот так качается. Вот. Также она вся разбирается, то есть можно снять, сюда построить башенки и обратно это делать все. Надеть. Вот такой домик еще у нас есть. Здесь 6 разных предметов, по 3 с каждой стороны. Вот так можно достать и положить. Это производство Беларусь, здесь написано, да. Ну, вот видите, чем плохо, то что не крепятся эти створки и все вываливается оттуда. И ребенок тоже, если ему не хочется там заниматься, он открыл и все, и бросил. Но дочке нравится очень, она с удовольствием засовывает именно как положено в эти дырочки, это удобно. Следующий сортировщик вот такой жираф. Он сделан в виде пирамидки. Здесь есть возможность снимать вот эти части. Тут даже циферки стоят. Вот один. Это 2, 3. И, собственно, дальше сам сортировщик идет. Тоже здесь 6 разных предметов, разных цветов. Единственное, что он, конечно, очень хлипкий, потому что здесь вот вставляются плотно все части и голова, а так он отваливается, то есть все это вываливается. Так вот еще он крутится. Ну и последний хит сезона – это вот такая утка. Собственно, утку-то эту я брала, чтобы катать, и веревочка там была достаточно маленькая, когда мы ее открыли. И приделали уже большую, потому что за такую веревочку, естественно, никто ее катать не сможет. Вот. Здесь 4 предмета, которые можно положить. Вот так вот крылья открываются. И так вот кладем. Но самый прикол не в этом. Я даже подумать не могла, какая это прикольная вещь. Здесь есть вот такая кнопочка, которая вот так нажимается. И оттуда вываливаются яйца. Яйца эти можно потом обратно так положить, опять нажать. Таким образом, у меня дети играли вдвоем, наверное, с этой уткой целый день. Просто до просячего визга.
Столько интересная оказалась штука, вроде бы простая, наверное, да. Производство тоже Беларусь. Белорусская тоже игрушка. Ну вот и все на сегодня. Надеюсь, что для вас видео было полезным. Играйте с детьми, пусть они развиваются, растут и радуют вас. Всем пока, увидимся на канале в следующем видео.